Нам понадобится резинка для волос, любая плюшевая пряжа. Чтобы пряжа не осыпалась на концах, ее необходимо подпалить. И понадобится нам крючок номер 6. Резинку одеваем на крючок. Далее берем пряжу и делаем петельку. Затягиваем. Данную петельку мы выводим вперед и ее провязываем. Вот этот кончик мы будем укладывать вдоль резинки и провязывать вместе. Далее заводим крючок в центр резинки, захватили петлю и провязываем столбик. Таким образом мы обвязываем всю резинку столбиками. Количество столбиков может быть любым. Главное, чтобы столбики у вас сидели вот так вот плотненько. Поэтому ориентируйтесь уже по своей резинке. Провязывайте столько, сколько необходимо. Вот я обвязала до конца. У меня здесь получилось 29 столбиков. Далее мы делаем соединение. Находим первую петлю. Заводим крючок и провязываем соединительную петельку. Далее мы провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид и сюда же мы провязываем столбик с накидом. Далее в следующую петлю мы провязываем 2 столбика с накидом. В эту же снова столбик с накидом. Получается, в каждую петлю мы сейчас будем провязывать по 2 столбика с накидом. И так вяжем до конца. Теперь мы делаем соединение. Вот у нас столбик из воздушных петель. Сверху него находим косичку. Вытягиваем петлю и провязываем соединительный столбик. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Находим следующую петлю. И провязываем столбик. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Снова провязываем столбик в следующую петлю. Снова делаем 3 воздушные петли. И в следующую провязываем столбик. И таким образом двигаемся до конца. Делаем соединение, провязываем соединительную петлю, ниточку обрезаем, не забудьте подпалить кончик и полностью вытягиваем. И далее кончик нити мы просто прячем. Вот такие красивые получились у нас резиночки. Не забудьте подписаться на мой канал, смотрите другие мои мастер-классы и вяжите вместе со мной.